О, жена огонь, как песчанские лазарь живут. Пока ребенок спит, жена работает. Муж развлекается, поехал на лыжах кататься. Вот мы откопали только кабину, а вон там, через 5 метров, наш цех. О, Саша, видели, да? Вот так вот. Вот наконец-то почистили во дворе снег. Автомобили могут проехать. Такие у нас сугробы в Саратове. Вот такие красивые елочки во дворе. Вот. Трындец. Здесь закопали, кидать вообще некуда. Как могли, раскопали. Ну вот
Сейчас они по одной машине дают дорогу машинам. Буквально по одной машине вытаскивают. Ну вот сегодня вечер, уже сколько? Уже 7 часов. Вот еще не, ничего. Ничего не раскопали. Ну ладно, будем надеяться. Thank you.